Всем привет! И это второй сезон дегустации. И у нас новая аудитория, новый сезон и новый Сергей. Сергей, в чем секрет твоей энергии? Мой секрет энергии, как и у кота Бориса, именно в китикете. И сегодня мы сделаем это. Давай, сделаем. Конечно, подарим всем энергию. Самое главное, поделись этой энергией со мной. Поделись ей со вселенной. Я поделюсь со всеми. Вы еще о нас узнаете и, надеюсь, запомните. Вот, если что, у нас уже есть первый сезон нашей рубрики «Дегустация», поэтому обязательно проходите, смотрите. Может быть, еще немножечко? Нет, я думаю, достаточно. Это, кстати, секрет моей энергии. Знаешь, какая называется? Хлебная особая. Так что, как всегда, подождем, а потом попробуем, что получится. Восхитительный аромат. Итак, одно из тех, чего все ждали, это китикет на водке. И чего ждали мы. Да, но самый прикол в том, что пить здесь нечего. Здесь будет только дегустация. Если ты котик-алкаш, если тебе нечего делать сегодня вечером, то делай эту настоечку, кушай эту настоечку. Подписывайся и тусуйся. Всего хорошего.